Приветствую вас на канале Техревизор. Кофеварка рожкового типа помогает приготовить настоящий эспрессо, что невозможно без создания определенного давления, а также различные виды кофейных напитков, особенно если модель оснащена капучинатором. Я подготовил рейтинг лучших рожковых кофеварок, которые можно купить в 2023 году. При выборе моделей я обращал внимание на следующие характеристики. Мощность, создаваемое давление, возможность регулировки температуры и объема порции. Наличие дополнительных функций и опций. В моем рейтинге 7 кофеварок стоимостью от 4 до 16 тысяч рублей. Актуальные цены можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и в закрепленном комментарии. Прежде чем продолжить просмотр, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик. Так вы не пропустите выход новых рейтингов и обзоров техники. Ну а теперь приступим. Седьмое место рейтинга занимает Redmond RCM M1523. Это самая бюджетная кофеварка в моем рейтинге. От других моделей она отличается исполнением и простым механическим управлением. Эта кофеварка весьма компактная, оснащена небольшим резервуаром для воды на 350 мл. И что примечательно, в комплект входит стеклянный кувшин для готового напитка. Он оборудован крышкой, которая позволяет плотно расположить его под рожком, чтобы не допустить разлива. Но, конечно, при желании для налива кофе можно подставить сразу чашку. Она устанавливается на поддон для сбора капель. Несмотря на невысокую стоимость, модель оснащена капучинатором. Через специальное сопло можно подавать горячий пар, с помощью которого взбивается молочная пена. Управление происходит с помощью механического переключателя, которым выбирается положение кофе или пар. Но эта модель имеет и недостаток. Это довольно низкое для рожковых кофеварок давление, всего 4 бара. Хотя производитель и утверждает, что этого достаточно для раскрытия вкуса и аромата большинства сортов кофе. Шестую строчку занимает Hyundai HEM5300. Эта модель оснащена мощной итальянской помпой, которая нагнетает давление в 20 бар. При этом полноценно раскрываются аромат и вкус молотого кофе. Кофеварка имеет более традиционное исполнение, оснащена съемным резервуаром для воды на 1,5 литра, а сверху имеет огороженную площадку для подогрева чашек. Модель с достаточно простым управлением позволяет регулировать степень нагрева и переключаться между режимами. Приготовление кофе и подача пара через сопло, которое служит для подогрева молока или взбивания пены для латте и капучино. Также на лицевой панели есть встроенный термометр, с помощью которого легко регулировать уровень нагрева воды. Конструкция кофеварки допускает одновременное наполнение двух чашек. В этом случае нужно использовать фильтр-сетку для двойной порции, которая идет в комплекте. На пятом месте стоит Kitford KT739. Эта модель по функциональности и оснащению схожа с предыдущей, но имеет особенности. У нее более стильный дизайн, все элементы управления вынесены на лицевую часть корпуса. Причем кнопки имеют классическое исполнение и оснащены цветной индикацией. На встроенном термометре отображается приблизительная температура воды в бойлере, сверху есть площадка для подогрева чашек, которая огорожена для безопасности. А съемный резервуар на 1,25 литра оснащен ручкой для удобного переноса. За счет более высокой мощности 1100 Вт нагрев воды и приготовление кофе происходит намного быстрее. Под носиками для подачи воды есть поддон для сбора капель, который имеет разборную конструкцию для удобства ухода. Модель создает оптимальное для рожковых кофеварок давление в 15 бар, которого достаточно для приготовления качественного эспрессо. В комплекте есть фильтр сетки для рожка на одну или две порции. Разлив готового напитка возможен одновременно в две чашки. А чтобы самостоятельно готовить латте, капучино и другие молочные напитки, у кофеварки есть сопло для вспенивания молока в пену. Четвертую строчку занимает Breyer BR1101. Эта модель со схожим функционалом и способом управления. Отличается исполнением, расположением кнопок и размещением регулятора нагрева на боковой части корпуса. У кофеварки предусмотрен более вместительный резервуар для воды на 1,5 литра и более широкая и удобная поверхность сверху для подогрева чашек. Эта модель выделяется более высокой мощностью 1200 Вт и мощным насосом высокого давления 20 бар. Такой показатель поможет сохранить ароматные нотки и насыщенный вкус кофе. Кнопки выбора для приготовления кофе и подачи пара в сопло расположены на лицевой панели. Здесь же есть индикаторы, которые помогают контролировать рабочий процесс.
А встроенный термометр показывает температуру воды в кофеварке, что позволяет готовить разные виды кофе. При помощи капучинатора можно самостоятельно взбить молочную пенку для латте или капучино. Лидеры рейтинга, начиная с Vita Quiti 1514, уже оснащены автоматическим капучинатором. Тройку лучших открывает Vita Quiti 1514. Это кофеварка с более удобным электронным управлением. Она снабжена автоматическим капучинатором, для чего у нее есть небольшой резервуар для молока. Пользователь может сам выбирать, какой тип напитка готовить – эспрессо, латте или капучино. И при этом можно выбирать объем порции. Для выбора настроек на панели есть понятная индикация. При необходимости объем кофе можно регулировать и вручную. А для правильного приготовления молока для напитка есть регулировка интенсивности на капучинаторе – от подогрева молока до создания плотной пены. Для очистки капучинатора есть отдельный режим, который позволит поддерживать его в безупречном состоянии. А чтобы кофе получился правильной консистенции, а вкус и аромат открылись наиболее полноценно, кофеварка снабжена технологией Perfect Brewing. Модель обеспечивает оптимальные 15 бар давления, а конструкция фильтров создает густую кофейную пенку. В комплекте есть два фильтра для порции разного объема, а подогреть чашки можно на платформе, расположенной сверху. Прозрачный резервуар для воды на 1,65 литра расположен сзади. Он имеет съемную конструкцию для удобства ухода и налива воды. На втором месте Polaris PCM1535i. Эта рожковая кофеварка с надежной итальянской помпой создает оптимальное для раскрытия вкуса и аромата давление в 15 бар. Модель повышенной мощности 1400 Вт обеспечивает мгновенный нагрев и быстрое приготовление напитка. В конструкции предусмотрен вместительный съемный резервуар для воды на 1,8 литра. Сверху установлена стальная платформа для подогрева чашек. Благодаря встроенному капучинатору в кофеварке можно приготовить три вида классических напитков – эспрессо, латте и капучино. И при этом с возможностью выбора порции напитка для маленькой или большой чашки. А еще можно регулировать крепость напитка благодаря двум комплектным фильтрам для рожка. Панель управления у модели сенсорная, с понятной индикацией. Для молока предусмотрен резервуар объемом 500 мл. Для очистки сопла есть отдельный режим самоочистки. А чтобы готовить напитки, как в кофейне, в комплекте есть трафареты для создания красивых рисунков на молочной пене. Для того, чтобы готовить разнообразные напитки в автоматическом режиме и в том числе разливать кофе в две чашки, лучше выбрать Garlin L70. Лидером рейтинга стал Garlin L70. Эта модель в надежном корпусе оснащена мощным нагревательным термоблоком на 1450 Вт, который обеспечивает максимально быстрый разогрев и приготовление кофе. Для приготовления правильного эспрессо помпа создает давление 15 бар. А чтобы осуществить налив в маленькие чашки без разбрызгивания, в корпусе предусмотрена откидная полочка-подставка. Конструкция рожка предназначена для разлива сразу в две чашки. А под ним расположен широкий поддон для сбора капель. Для регулировки крепости кофе и для приготовления двух порций одновременно в комплекте предусмотрены два фильтра сетки разного размера. Благодаря встроенному капучинатору кофеварка может также взбивать молочную пену и в автоматическом режиме готовить латте и капучино. Резервуар для молока у этой модели вмещает 400 мл. При необходимости можно регулировать объем порции любого напитка. Для программирования настроек на корпусе есть удобная панель управления. Здесь также есть кнопка для проведения быстрой автоматической очистки капучинатора. На этом мой топ подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. А также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. Стоимость всех моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. А с вами была команда канала TechRevisor.